Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Джокер. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3. Рубрика «Аниматроги испугались охранника». Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Мы с Серегой вдвоем, а все остальные да. Аниматроники. Сбылась ваша мечта. Бабушкины калитки построены очень успешно. А живые это даже, калитки. Знаешь, это даже не бабушкины калитки, это какие-то мышеловки. Давай, Димас, продемонстрируй подписчикам, как они валят меня. С одного удара? Офигеть, я не знал, что они так лупашат мощно. Так. Интересно, аниматроников с одного удара тоже завалят? Не знаю. Нет, Серега, точно нет. Так, смотри, они же могут головой калитки толкать. Уходи, я тебе фонариком в глаза. Ай, блин, Серега, не подходи, это бешеные калитки. Калитки. Эй! Ой! Случайно выбежал. Вот случайно выбежал на дурачка. Извини, обстоятельства ударил тебя. Бывает. Да ничего, жить буду. О, смотри, идет. Эй, ты что там расшату? Эй, под землю провалился. Мать, пошел вон. Бабушкина калитка. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Серега, нам ничего делать не надо, они друг друга watchят. Да. А я лежу, отдыхаю. Все хорошо, летим вовнутрь. Чпоньк. Слышу, челепиздрик идет. О, давай, пускай его сюда, пусть заходит. О, челепиздрик. А он нам ничего не сделает. Да слышишь, снеговик, бомж ты. Ай. Они хотят, чтобы мы разозлились. Вы, ребята, потом поймете, почему рубрика так называется. Аниматроники испугались охранника. Это только начало. Так, я пока не буду идти в офис. Я возьму какую-то оружку сначала. У нас же есть замораживающее. Ты помнишь оружка? Да, ну это чересчур, Димас, по-моему. А как ты... Нет, только убиваться одного раза не чересчур? Нашел. Ладно, Серега, не надо его использовать. Я возьму полегче, я возьму монетку. Это не полегче оружие. Это реально читерское. Только ты себя не бочкани. Аккуратно. Ну, извини, Димас, если убью, то это обстоятельство будет. Так, челепиздрика трогать мы не будем. А ты что тут? Ты как он замораживается, деревяшкин? Где? Я бегу к офису. Смотри. Да блин! Мы живы. Я его заморозил. А я его убью. Ты слышишь? Ты офигел, мистер. Я их заморозил. Ты задрал. А, меня монетка всрала. Она бывает как-то просирает, да, Серега? Да. Пацаны замороженные там стоят. Я их пойду размораживать. А я пойду их мочить, как разморозишь. Так. А, они уже живые тут. Не, мертвые. Так, все, пацаны, уходите. Ты Джокера не разморозил. Ой, прикольно оружие. Все, давай. А что будет, если я его заморожу? Ой, а что-то. Эй, да что это за баг? Ребята, прикольную рубрику можно с этим придумать. Замороз правильного аниматроника. Можно как. А плохо, что ники не видно. Можно было рубрику сделать. Не убивать, а замораживать. Димас, да. Ты знаешь, заморозь его, смотри, с этого челепиздрика падает капхедик. Пошел вон отсюда. А ну пошел вон. Эй. А ну пошел вон. Так, Серега, надо наши калитки раз. Эй, давай. Закрывай! Держу. Я ему сейчас в ногу буду стрелять. Да? Ах ты, кабака такая, Димас, я умер. Я держу далеко калитку. Я его не пускаю. Отлично. Димас, я бегу. А, если он зайдет, я его заморожу. Да. Оп! Давай, кто следующий? Я же говорю, я его заморожу. Они, Серега, безобидные. Ой. Отлично, калитки работают хорошо. Я разозлился. Прикольно, сок яблочный.
Так, нормально все стоит, чётенько. Ой, это что-то какой-то баг. Пацаны нас хотят убить. Слышишь, идут, дверями щелкают. Да-да-да, вон он уже вылазит. Отходи. Хорошо, от двери, давай. Опа. Это мой собрат. Опа, их уже двое. Ах ты жлоб, если ты сейчас превратишься, я тебя убью. Пацаны, открыта дверь, заходите. Я обманул. Да так нечестно через дверь убивать. Ты читер вонючий, как и... Ой, как и я хотел сказать. Так, ты слаживаешь боньку постоянно. Я переодетый охранник. Ты меня палишь, да? Конечно. Так, давайте посмотрим. Так, Серега, знаешь что? Давай я тоже возьму монетку. Оно вам не поможет. Ой. Димаш, монетка всрала. Ой, Сережка! Ну блин! Обстоятельства! Давлю, давлю, там кто-то хочет наши калитки открыть. Нет, не хочет. Хочет. Бабушкины калитки в действии, знаете, что это такое, да? Да. Запускать людей. Ой, я его впустил. Только ты ж добрый, да? Фу, ё-моё, а. Серега, я считаю, что пора их наказывать. Да, соглашусь, Димас, у меня уже терпение заканчивается. Пацаны, как вы думаете, если возьмем админский пистолет, долго вы проживете или нет? Нет. Серега, давай, я Димас, открываю охоту на них. Бери админский пистолет. Выдай мне. Выдаю. На тебе много штук. Я не знаю, зачем, но пусть будет. Пошли. Ой, а что это? Окей. Идем. Внимательно, а внимательно где? Чекай. Я вижу. Простреливай, Убил. Отлично. Давай, 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 давай. Пацаны, ну давайте, кто из вас на нас теперь? Вы уже не такие модные, как раньше. Где вы, где вы? Ой, да где вы? А мы в Караганде. Мы в Караганде. Ах ты, какашка такая. Хорошо. Волосатая. Мы с тобой вдвоем виноваты, знаешь почему? Мы поспешили. Надо было немножко осторожно находиться. Поспешишь, людей насмешишь. Так, Сережка, на. А, у тебя еще есть? Поехали. Погнали. Ой. Не понял, я даже ничего не... О, Чика полетела, пока, Чика. Открываем. Ты где, Димас? Я в пиццерии, на крысу здесь иду. Вот я вижу. Я за тобой. Так. Я иду проверять, Димас. Там аниматроники, которые бывают на расстоянии, а они уже кончились у них. Теперь обычные остались. Убил. Отлично. Двух. Еще один. Я слышу, кто-то крякает. Марионетку кто-то взял. Я. Подправим калиточку чуть-чуть. Я никого не вижу, Димас. Я иду. Короче, я чекаю два прохода. Вижу. Это добрый. Я его убивать не буду. Ах ты бомж. А я иду на работу в пиццерию. Ой. Ты его заморозил, что ли? Нет. А чё он замороженный здесь валяется, челик? Где? Да вот, ой. Ой, извини, Димас, Нормально, нормально, веселимся дальше. Я думал, это Бонни, блин. У меня ж костюм переодетый. Да, ты слился с ними воедино. Так. Где вы? Ой, отлично. Спасибо. Обращайся, у меня еще есть. Хорошо. Бон аппетитус. Так, Серега, а где ты? А-а-а, я в пиццерии без оружия. Так, я иду тебе оружку давать. Я выбегаю. О, он ушел. Я возле охранника, офиса охранника. Я тоже, я тоже. Я тебя вижу, твои ноги, на пекаль. Где? О, пистолетик. О, хай, Димас, как там сидит? Да нормально. Кто там орёт на нас? Нет, там телепиздрика убили. Ай. Я Серега прикрыл. Прикрыл, но не Серега. Так что... Не-не-не. Так, я сижу на таком месте, меня никак не убить. Вот никак вообще. Димас, я думаю, пора еще более. Не надо на жестко посадить. Всех телепиздриков забрать. Сейчас, поймешь, Димас. Давай, я сижу здесь в таком месте, меня ничего не достанет. Никто ничего не достанет? Сейчас. Вижу, кто-то прошел там. Это добрый.
не могу пройти дверку. Ну все, пацаны, вы меня разозли. Пацаны, они в ловушке. Серега, они в ловушке. Я их закрыл. Да, красава. Это ловушка для аниматроников. Тебе еще надвигаются. А челюпизды, казачки. Так, если я убью тебя, Савка, я не виноват. Димас, все, начинается. Через 3, 2, 1. Не, ничего пора не будет. Наказ... Я живой останусь. Пора наказывать. Давай. А, нет. Я хоть знал, где эта вентиляция, но кусок на улице торчит. А что ты взорвал вообще такое? Ого, их подкидывало здесь. Смотрите, сколько здесь пилпаков было, пацанам, на запись. Чё, давай. Я их замочу, Димас. Я тут взял пилпак, чтобы мочить аниматроников. Бум. Это пилпак хороший. Мне нравится, прикольный. Серега, ты чё, псих, что ли? Да я так сделаю. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фокси, Сундук, Васаби, Бульбазавр. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас на всем. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». А сегодня мы сделаем немножко по-другому. Аниматроники испугались охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Закрываем калитку. Это опасный ящик. Да, так, пацаны, вентиляцию закрываем обязательно. Все. Здесь закрыли, здесь. Так, ну что, ждем его. А она ведет не. Все нормально. Так, давайте, знаете, что возьмем? Мы возьмем еще ружку. Half-Life и поставим там мины, чтобы мы слышали, когда он к нам идет. Пацаны, вы прикрываете меня. Фокси, давай, погнали. Чпоньк. Чпоньк. Ой, прикольно, наш шкафчик прилепил. И чпоньк. Так, теперь следующую сторону. Заходи, заходи, закрываем. Отлично. Так, пацаны, давайте пока бомбы выдам. О, он идет с этой стороны. Ах, какой ты псих. Так, спалился. Сильно палим. Надо было как-то на картофанах тебе там идти, чтобы тебя не заметили. Он там? Да, он там. Я стрелял. Давай, давай, минируй. Я буду чекать. О, он идет. Быстрее сюда. Заходи, заходи. Блин, мы не успели. Ой, я его тень спалил. Да блин. Вышел раз. Так, Димас, так, так. Я выжил. Я верю тебе, тоже выжил. Я убежал и заныкался в другой комнате. А в смысле ты меня вентиляцией убил? Да, он такой. Пробежал мимо, отлично. Пацаны, пустите, пустите, пожалуйста. Заходи, заходи. Там очень стрёмно, закрывай. Нет, так, пацаны, короче. Нет. Я пойду, буду вентиляцией заминировать. Ого, кто-то там мочит нормально. Это я его мочил. Мочи, не подпускай его. Так, одну ложим здесь. Отлично. Одну ложим закрыл. Здесь. Ну, заходи вон тут. Я вентиляции, пацаны, все четко. Так, все, я заложил три стороны. Теперь он через любую пройдет, но сработает по любасу. Так, пацаны, я давайте теперь перекупал. Здесь залажу. Там тупик. Я подальше залажу. Да это же аниматроник, он же ж может везде. Это челик такой. Все надписи оставил Golden Frame. Так, давайте здесь положим одну. Или поставим. Опа. Через вентиляцию пацаны идут. Сработали, короче, три мины, которые стояли. Центральная вентиляция, ждите его. Уверен, то, что он вентиляция? Мне да. Кажется, он... Вот он. А, это наш. Ну ты умный человек. Это я. Молодец. Фокси. Так, ребята, надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. Ролики выходят каждый день. Знаешь, что у меня есть за оружие? Я угадаю, от миски. Не, лучше. Пригвоздитель. Так, аниматроники испугались охранника. Помните такое, да? А где он? Я его не вижу. Только меня не пригвоздите. А кто меня пригвоздит? Так я ж не знал, что это сами... Я его пригвоздил. Ах ты ж лоб, я тоже попал. Так, все к нему идем, пацаны.
Так, я бегу со всей силы, беру пригвождатель еще разок. И стараюсь его пришить к стене. Он убежал, вот он. Убегай, убегай. Ого, мы его мочим. Вот он. Пацаны, поймал, поймал. Нет, не поймал. А ты чё так летаешь? Ты так можешь, что ли? Ты ты сквозь землю можешь проваливаться, я вспомнил. Хорошо. Это даже и лучше. Жги его, жги. Так. Так, что мы возьмем из оружки? У меня есть оружка, еще огнемет. Я тебя сожгу. Не? Не берет тебя такое? Не. Ай-яй-яй. Пацаны, идемте в наш будку. В комнату раздумий. Димас, самый умный. Так, 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 мы сидим на нычку, да. Но он какой-то очень агрессивный. Пацаны, заходите. Димас, заходи. Ну нафиг. Димас, прости. Я валю. Я живой останусь. Чё случай? Ай-яй-яй. Сундук, ты чё вообще обнагдел? Смотри, что я сейчас тебе сделаю за это. Так, пацаны, есть у меня одно оружие очень крутое. Всё, не открывайте двери, стоим. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Так, я буду его палить. Никого? Чё это за поза такая была? Пусть закат летел. Я тоже так хочу. Нормально. Сундук, ты чё это? Задрот что ли так играешь хорошо? Иди с нашего спавна. Всё, я его жду. Это засада. Так, ждём, ждём. Давай, сундук, выходи на охоту. Выходи, выходи. Я его поймал, наконец-то. Пацаны, он возле левой двери. Просто начинаем гасить бесконечно его. Так, я бегу со всей силы, пока гвозди не пропали. Так, оружка. Чпонькс. Пацаны, застрял в ком-то. А, во мне гвозди, что ли? А чё ты перереспавнишься, сундук? Секунд, что ли, да? Я убежал. Я убежал. Пацаны, я его поймал, он в капкане, он никуда не убежит. Я возьму кислотное оружие. Мочи, мочи, мочи его. Короче, мочим его со всей силы. А я пока вместе возьму все-таки это оружие. Ай-яй-яй, вы, короче, психи, как и я, молодцы. Так, бежим к нему. Он меня убил аниматроником, я первый раз запретил. Че, не убил, что ли? Я случайно. Он меняет аниматроников, он... Ах, ты ж лоб, не подпускает меня, я так хочу его замочить. Еще разок. Фоксовый. Где оно? Ай-яй-яй, что ж у меня подлетаете под мою монтировку здоровенно. Вот это она гасит. Где оно? Где оно? Он у меня. Поймал, пацаны, поймал. Ай-яй-яй. Но он в ловушке. Так, все-таки мы попробуем его замочить. Ты смотри. Хочу так монтировкой его сильно замочить. Слышь, ты на крысу тут тыкаешься, да? Все, охота открыта, по-серьезному. Все мимо, да?
А я, а меня... Блин, как лазо перезарядка. Есть, я сундука убил админским пистолетом. Это честно, не? Это честно. А, вот так значит, да? Хорошо, мы тебя сейчас будем опять перегвождать, раз ты не понимаешь. Я здесь нет. Ну ты жлоб, я беру бомбу. Ты реально уже все, ты нарвался. Блин, они не активировались, там пацаны бомбы, надо их активировать. Активировались. Я активировал. Отлично. Сундук умер, я вижу. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Серега, Снеговик, как всегда подписчики, мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте, славяне. Карта у нас FNAF 2, я буду сегодня аниматроником, но сегодня у нас не просто аниматроники пугают охранника, они будут должны защитить заложника, это Алекс. Посмотрим, что с этого получится, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем... начинать. Надеюсь, ребята, вам понравится, вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал, а мы возьмем очень хитрого аниматроника. Они даже не будут ожидать, что я так могу делать. Да. И че, сквозь землю? Нет. Ну что, я вообще такой читер, как вы. Ля-ля-ля-ля-ля. Попробуем убить заложника по красоте, но давайте сначала сделаем несколько стадий. Сначала в наглую попробуем пройти. У меня 8000 жизней. Как еще стрелять? Вы что, решили мне, короче, сделать татуировки из гвоздей? Серега, я целюсь тебе прям в голову. Так, гвозди пропадают. У меня есть время убежать. Ждем, 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 ждем. Быстрее, гвозди, пропадайте. Ну-ка. Есть, 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 я убежал. Ля-ля-ля-ля-ля. Он меня увидел. Эй, я замораживаюсь, что ли? А я не знал. Убийство замер. Он оружие взял замораживающее. Я помню, я его сам добавил. О, привет. Говно. Да. Эй, эй. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пацаны, вы очень легкие. Ну и, наверное, потому что я жесткий аниматроник. Хорошо, я возьму аниматроника, у которого мало жизней. Новый пилпак, ребята. Кто не видел, смотрите, очень классный аниматроник, классно сделано. Анимация катания на коньках просто улет. Ладно, это вот 400 жизней. О, 4000 жизней. Не 400. Ну да, не 400. Тогда они все разные, у них такие прикольные всякие возможности. Так, все, по вентиляции лезу с правой стороны. Лезу, лезу, лезу по вентиляции. Угу. Я обманул. Я с правой стороны. Ай! Блин, прикольно, льдом берется. Отвали! Эй, ты че с базукой тут вонючей своей стоишь? Да что такое? Ладно, пора заложника идти мочить. Раз пацаны не могут меня убить, пойду заложника мочить. Ага, я знаете, что я понял? Я не могу ходить. Я не могу прыгать. Крошка, крошка, красава. Да, это обстоятельства. Серега, мы... Пацаны, вы готовы? Да. А я иду, иду. Сережку мочить. Заложника валить. Слышь, уйди отсюда, сынок вонючий. Слышишь, а что за оружие у тебя такое читерское? Это не читер. Да оно какое-то вонючее. Это супер читерское. Давай, иди сюда. Я тебя не боюсь. А, да, не можешь, да, это пролезть? Не могу. Жирный финар. У него нет возможности лазить на карта фана. Да, хорошее оправдание, Димас. Меньше жрать. За это я убью твоего сотрудника, за то, что ты так говоришь мне. И а еще. Что, на правду не прощайте, я убежал.
Ой, прости. Так, все, я сейчас должен убить заложника. Я не могу тпхаться. О, это тпхаться, пацаны, я бегу за заложником. Так, 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 так. Надо резко за спину. Вот смотрите, как пройти с этим имбовым оружием. А, вот так значит, да? Давай, испоганься. Давай, испорть настроение. Тогда мы используем тактику убить на крысу. Сейчас мы это сделаем. Так, внимание, следите за ним. Так, 5000 жизней. Есть возможность ставать невидимым. Ах ты говно. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, знаете что, у вас не было мотивации. Знаете, что вам тогда сделать здесь? Чтоб вы более дорожили жизнями. Мы положим здесь очень мощную бомбу. Серега, ты готова? Да. Так, сейчас. Надеюсь, получится то, что я задумал. Например, вот эту, да? Нет, это слабая бомба. Не, Димас, я тебе бы посоветовал. Может, вот эту вот, Нет, царь-бомбу я тоже передумал. Нет, это как жирный. Чересчур, да. Вот эту вот. Она нормально лупанет? Да. Да. Но на ней и... Значит, она сильно бомбанет. Хорошо. Хочу дополнительную положить, которая активируется по моему удару. Это, например, будет... О, отлично. Газовая бомба. Пойдет? Как пернет, да. Ну что, ребята? Можно? Последняя стычка. Но эта стычка будет смертельна. Я себе жизни не пополнял. 3700 жизней. Так же самое, могу вставать невидимым. Серега, давай тогда так... Если раз я могу использовать все возможности аниматроника, ты можешь использовать админский пистолет. Только ты один, потому что все будут мочить меня. Ты готов? Да. Дурак, что ли? Я только высунулась, а, эй. Ого! Опа. А как ты узнал, Ло? Просто от фонаря решил попробовать. С фонаря. С фонаря для фонаря? Так, кто? Я вспомнил, кто у нас есть. У нас есть вот такой челик. Серега, ты сейчас, конечно, угарнешь. Я не знал, что такая штука есть у него. Че, ты кого взял? Смотрите. 87 тысяч жизней. А что ты так делаешь? А как пройти? Это я сразу несколько оружий использую, Димас. Вот эти две турели, снайперская пулеметная и админский пистолет. Второй режим стрельбы. Нифига себе, а как пройти? Не знаю, меня не волнует, ищи поиск. Попробуй пробежать, Димас. Хорошо. Пробежал. Ё-моё. Ого, ты чё такой дерзкий? Блин. Пока, Димас. Ты чё думаешь, ты умный самый стал? Быстрый, умный. Блин, что мне использовать такое, чтобы ты не успела меня убить? У меня реакция по баще твоей, Димас. Хорошо. Ой, извини! Извини, Снегирик, обстоятельства. Я понимаю. Так, я иду с прохода, потихонечку приближаемся. Так, никто не нападает. Извини, обстоятельства, аж зала. А чё такой жесткий? О, да как? Блин, ты чё? Я сейчас уже сильно разозлюсь. Хорошо, ребята. А теперь я сильно разозлился. Удачи. Серега, рука не устала фигачить? Я просто в консоль написал плюс атак и все.
Ой, я улетел в подземлю, разобрался. Ах ты говно. А ты что думал, ты админский пистолет, а я могу использовать все возможности аниматроников? Ну, я ясно. Их использую. Эй! Эй, ты сейчас меня убьешь так? Так нечестно тоже простреливать углы. Серега, ты что, дурак, что ли? Обстоятельства! Блин, этот аниматроник не хочет ломать эти... Ой! Идите твою, валите, ребят! Идите, глупцы! Бомба активировалась! Алекс, не моя! А чё нафига не взорвалась? Потому что ты... Вот это вспышка. Ой-ой-ой. Да. Там кинескопы падли. Ребята, прикольно получилось. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Нига, Робби. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня я буду аниматроником. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я буду начинать. Угу. Я по-другому сделаю, Димас. Давай. Говно! Ах ты ж. Не получилось, шипа. Да? Так, ребята, от первого лица делаем. Ночной режим активирован успешно. Во! Отлично. Так, давайте возьмем кого-нибудь еще прикольного. Где этот? Серега, какого аниматроника ты больше всех боишься? Ни одного. Никого не боишься. Ой, где-то. А я могу хавать мины ваши? Ого! 500 жизней нормально. Ух ты, что у вас тут за... Айс. Что ж ты не смотришь по сторонам? Я думал, там Серега выходит. Не, меня там нету. Да как это нету? Вот ты идешь. Да говно не успел. Так. Кто у нас тут есть такой? Мы классные пилпаки еще добавим. А выходит иной раз новое, но не такие фуфлыжные. Такс. Чипоникс. Ой, кто свет отключил? Вообще темно. Я отключил. Воу, необычно. Хорошо, давайте пусть будет так. Чипоник, хорошо, что у нас есть вот и ночной режим. Я бы заблудился. Ночной режим, говоришь? Это я включил свет, да? Да. Нет, ты не включил, а теперь то включил. Так, отлично, давайте сюда спустимся. Ага, дверь закрыта. Эй, ты чё, мины тут на столе навалил? Так, пацаны, я иду к вам в офис. Я чё, тпхаться не могу, этот пилпак не может тпхаться. Давайте возьмем, кто может тпхаться. Серега, я иду к вам. Давай. Блин, а чё она не тп... Она тп... через жопу! Ах ты ж... А как она через стену убивает? Это же старый пилпак. Ключ какой. Ну нафиг! Ты что, половину жизни сразу вынесли? А это надым всех, ребята. Если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, мы стараемся для вас. Серега, ну опять ты это говно бросаешь, да дай мне пройти как-нибудь. Не дам пройти. Я сам не могу стрелять. Не пофиг, самопожертвуйся. Все, я ушел. Да, что-то с трудом верится. Да ушел. Не, ты ушел в рунд перту. Я на сцене, камеру включите, я на сцене посмотрю. Не, ты не ушел, я тебя видел. Я на сцене. Нет у тебя на сцене. Да вот ты тут, блин, на сцене. Врун перту. Да ну блин, вы не сильно умные охранники. Я хотел, чтобы были тупые. Ладно, это немножко не с той серии. А где они? Ха-ха-ха!
Да нифига себе, хорошо, я вот это взял сейчас плюш трапа. Ой, балун боя. Кошмарного, не буду его менять, пока вы не вынесете все жизни. Осталось 3500 жизней, поэтому не так уж и много. Ну, Димас, ты сам напросился. Я ушел. Ты не ушел, твоя тень видна. Какая тень? Ха-ха-ха, точно, от говна. Ты там еще, я знаю, я все вижу. А я знаю, что ты там. Он пошел в другую сторону. Да вы задрали это говно красное бросать. Hello. 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 Да блин, вы задрали, у меня морда вся красная. Пацаны, а как вы сами выйдете? Никак. Молча. А это же на расстоянии бьет, буду вас мочить на расстоянии. А, я дверь удалил на кухню, я вижу тебя, как ты в проходе на картофанах сидишь и бросаешь. Вижу, вижу, палишься, Серега. Это какой-то челлендж, как мне теперь пройти к ним туда? Я же тпхаться могу. Точно. Выходите! Че вы там сидите? Серега, ну выходи, пожалуйста, погулять. Не-не-не. Ну пожалуйста. Ну, не хочу выходить, чтоб ты гулял. Ну, блин, да как я не убил, да как? Ха-ха, Серега! Мы с ним ударились головой в лоб, и я не замочил его. Но это нечестно. Прямо двери стоишь. Ты задрал, да мажить. Так. Что ты там делаешь, а? А что я вообще включил? А, ничего не включил. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Подождите, а куда я пришел? Ты где, Серег? А, вот. Я тут чумной, я это, в вентиляции сижу. А, окей. В вентиляции сидишь, да? Угу. Испоганься. Уже. А как ты меня увидел? Интуиция. Есть! Ты говно, а? Наконец-то, я в невидимке был, Серега. Говно. Да ну блин, я не успеваю, буквально секундочку не хватает. Блин, дверь её прибили. А я вас что, не задамажил? Я тебя сломалась, блин. Димас, все, разозлив ты меня. Да как, ты взял это мощное оружие? Нет, другое. А, вот так, значит. Я к нему со всей душой. Да, оно... убиваешь. Ну давай, иди сюда. Да, вот, иду. Ого. Ай, ты что творишь? Тихо. А, ты мины ставишь, засранец? Нет, я не мажорником играю. А что там? А ты где? Отлично, там, отлично, там, давай, там, следующий, там. Кто у нас тут-то? А я живой. Давайте, идите сюда, я вас в шахте жду. Ого, дурак что ли? Обычно я только так делаю. Что наш? Ух ты! Сережка, хорошо, давайте еще раз. Мне мало. Опять.
Пацаны, а вы где? Где? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, простреливаю! Смотри, что делаю! Отлично! Я вообще вслепую стрелял, я не видел тебя. Он ладно, можно посерьезнее. Отлично, отлично. Сериал, ты сходишь посерьезнее, сейчас будет посерьезнее. Извини, извиняюсь. Видел. Ого! Вы психи, что ли? Значит, режим активирован успешно. Ого! Да легче! Алёш, ну... А? Ты чё такой псих? Да блин, я боюсь выстрелиться, а где Димас всё это время? Убил. А там это... Прихожий был. Ой, ё-моё! Так, сидим, ждем. Нормально, у нас война. Но я пацанов пугаю все равно. Ой, не обстоятельства. Да блин! Ты админский пистолет что ли взял? А почему бы и нет? А, ну хорошо. Хорошо, я тогда возьму не админ, это что-то другое. Я не хотел, ребята, этого делать, вы сами напросились. Понял, да? Так ты говно, а? Ну все, Димас, это бан. Ах ты ж, Димас. Давай, заходи в туалет, я тебя жду в туалете, секунд. Давай. Аллах Акбар. Я живой. Ты мёртвый. Ты мёртвый. Давай еще последний раз дуэль. Вот последний раз. Давай, Серега, хорошо. Только без ядерки. Ты админский пистолет, я этим додиком. Погнали. Я в туалете, сразу говорю, заходи. Ну, заходишь? Ах, обманщик ты сраный. Я в туалете, алло. А, ну конечно, пистолет против этого говна, которое... Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, так больно. Я зашел на все дамажи. Я не могу их убить физически, не могу никак. Есть, слили тебя наконец-то. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Крошка и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNA 7, FNA 8, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас Кэт Макс, так как его очень давно не было, будет отыгрывать роль аниматроника за все серии подряд. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать выживать. Серега. Подожди, да. Какой у тебя скин? Ты, как всегда, любишь играть Джокера. Кэт Макс пришло. Давайте проверим. Калитка работает. Отлично. Электричество лупашит. Эти кнопки, я не знаю, что они делают, но они что-то делают. Что-то делают, интересно. Ой. Ай. Серега, бывает. Обстоятельства, я понял. Подождите, надо другую камеру включить. О. Чего-то это. Закрывай. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поддержите лайкосиком. Ролики выходят каждый день и стараемся записать что-то очень интересное. Серега, ты перегвождателем, что ли, фигачишь? Да. А почему у тебя в руках какой-то обычный пистолет? Ну, это так.
Чисто маскировка включена. У меня тоже получается в руке такой же пистолет, как и у тебя сейчас? Да. Ага, я понял. Гвозди так навесиком летят. А, Серега, ты знаешь, что я хочу сказать? Кэтмакс же не привык, что мы будем пригвождать его. Ну то ладно, это обстоятельство. О, этот. Кто-то, кто там? Крошка, 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 заходи быстрей. Закрывай калитку сразу. Так, ждем этого негодяя. Где-то он там ходит. Вентиляцию? Ты накидываешь ему там? Накиду, я уйду, он сейчас убьет всех. Серега, прощай. Нет, не прощай. Ой-ой-ой, там что-то творится, да, такое... Да вы в меня стреляете. Я вообще ни одного выстрела не сделал, увидишь. Это крошка-крошка тебя пригвождает. Какой-то звук такой прикольный появился, мне нравится. Давайте заглянем, что у нас там происходит. Очень очково. Димас, очень. Я жгу его. Жги. Жги его полностью. А что ты такой? А, я понял, оно сейчас как бахнет еще. Надо все время уметь им пользоваться. Ты умеешь? Да. Я нет. Я слышу какой-то конченый звук. Сережка, оно пришло сюда. Ну ты ж лоб. Убил. Ладно, мы поддаемся тебе специально, это начальные раунды. Серега, это ты все поджег здесь? Да. Так, я тоже хочу тут все гвоздями пригвождать. Эй, это пистолет конченый, он нас всех убьет. Как видишь, нет. Эй! А чего ты умер? Что-то странный ответ. Так, крошка, крошка, если не умеешь этой штукой пользоваться, лучше не надо. А, и Серега тоже. Обстоятельства, я понял. На. Ай. А как ты, а что ты отлетел так сильно? Да это гвозди во все виноваты. Понял, понял. Тачпункс. Я манал, они мочат, и сейчас я умру еще. Ну вот как и произошло. Ой, извини, Димас, обстоятельств. Я понял. Бывает. Тачпункс. Ого, вы психи. Ого! Так, Кэтмакс, ты что, хочешь последний левел увидеть? Дай умереть два раза. Я в коробке куда-то вонючий там заспавнился. Так, Серега, ты понял, что он очень жесткий? Да. Ну мы ж тоже охранники. Я с тобой, Димас. Как говорится, народная пословица, мы ж тоже не пальцами сделаны. Ой, извини. И обстоятельства. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. А ты где? Вот, я дальше. А. Идем. А, там наш. Чекает. Так, приближаемся куда-то. Мы сейчас, короче, зайдем с тылу и нанесем тебе удар. Который ты не будешь ожидать. Я слышу, кто-то жестко отбивается. Серега, иди, я прикрываю. Я понял. Мы приближаемся с другой стороны. Где оно? А ты меня пригвоздил. Я тебя? Да я не хотел, Серега. Я не хотел, честно. А, ты все, вырвался уже. Слышь, ты что там валяешься? Ого, мы психи. Ай-яй-яй. Обстоятельства, Тима. Ничего себе. Короче, я закрываю дверь. Димас, кнопка не работает. Надо там пойти, там где штука нажать. Генератор.
Я побежал нажимать. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ой. А ну пробуй, дверь работает? Да, я секунду, меня тут это по жопе дают, наказывают. Я понял. Нам, походу, дверь сломали, Димас. Да, дверь сломана. Я его успел вроде пригвоздить. Бегу. Нет, не успел. Короче, он там, где этот генератор, он на полу лежит. И кто-то просто жжет ему жестко, сильно задницу. Это я. Молодец. Ты, Кэт Макс, что ты не умер? Ты возрождаешь? Я ж палю тебя, что ты делаешь, я ж не возродился. Кэт Макс стоит, выбирает аниматроника. Так, так, так. На тебе! Кэт Макс, прощай. О, Кэт Макса много жизни, надо бы Сереге помогать, срочно. Пригвоздил, Сережка. Да я умер. Сейчас прибегу. Давай, 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 он там. Вот, вот, вот. Слышь, ты чё такой дерзкий? Так, сижу, жду заставку, когда пройдет, а она не проходит. Убил! Убил? Да. Так, как-то слабо. Кэт Макс, давай, последняя, короче, стычка. Ты можешь возможности все использовать. А мы, Серега, берем админский пистолет. Говорит за себя, я беру петуха. Хорошо. Нормально фигачит. Видишь меня? Ах, ты чужое чучело. Да подожди. Вот так, значит. Серега, я открываю войну. Мочи его. Короче, за голову чужого назначена награда. 1 000 000 баксов. Убил! Убил! Не, ладно, давай участок, короче. Назначено 1 000 000 баксов. Хорошо, Серега, молодец, ты его выследил. Эй! Извини, обстоятельства. Эй, в меня вселился чумо! Он теперь этот, какой-то маленький чучело. Червяк Джимми, иди сюда. Слышишь, хорош. Да блин, смотри. Есть, я Кэт Макса убил. Ну, короче, и сам себя убил. Ну, как-то странно получается, его очень тяжело убить. Я теперь понял, когда я играю за чужого, вам очень сложно в меня попасть. Да. Я теперь понял, какое у него преимущество. Он быстрый, резкий. Ну и, конечно, очень мало жизни у него. Серега, ну что, давай напоследок зарубим эту карту. Да без проблем. Я в лес лечу, давай вот тут вот, на входе, как с улицы заходить. Я на крыше буду взрывать. Давай. Ребята, как всегда, для вас самые эпичные взрывы. А я включу нам бессмертие, чтобы мы остались живы. Со стороны полечу. Ой. Отсюда, потому что, мне кажется, взрыв и сюда достанет. Бу. Красиво? Очень. Офигеть, какой эффект взрыва мощный. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, крошка-крошка, Серега. Как всегда, очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники испугались охранника». Карта у нас FNAF всем. Пацанчики, вы готовы? Да. Мы с Серегой сегодня будем аниматрониками веселиться и немножко издеваться. Потому что мы это очень любим делать. Все, пацаны, закрывайте дверь, и как только дверь закроется, начнется. Так, Серега, немножко темноватая карта, но в этом есть антураж. И когда мы ставим какой-то свет, лагает. 30 кадров показывает, я не знаю почему. Это означает, что оптимизация карты на каком уровне? На нулевом. Ну нет, тут единичка есть, видишь, когда без света же не лагает. Так, ты можешь обезвредить эти бомбы как-то? Я отойду. Отойдите у вас. Давай, давай. Будешь у нас минером. Сколько жизни отняло у тебя? У тебя ж много, да, вроде? Да, у тебя 9600. Ничего себе. Продвигаемся вперед. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте.
Ты выиграл Гаррис Мод. На. Короче, сейчас, если они нас убьют, мы возьмем маленький напомников. Это как называется одним словом? Обстоятельства. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, и скоро у нас 1 000 000 подписчиков. Не, ну это, конечно, вы уже наглеете. У нас тут столько челепизриков классных есть. Да. Я уже и про них забыл. Отойдите. Так он бесполезный, девас, он не кусает. Да? Да. Ну, смотри, он прикольно, как равновесие ловит на гироскопе. Ай. Хорошо, есть у меня полезный. А, сейчас, сейчас, сейчас. Это, короче, со стороны убивает. Твой корни аниматроник классный, но он же мочит со спины. Да. Да. Да-да. О, спринтрафы у нас есть. Эй, слышь ты! Что? Собака. А я могу дверь вашу открывать. А у этого аниматроника есть ключ-карта. Кстати, у меня 10 тысяч жизней. Смотри, как они мне Серега мочат. Вы меня, вы меня не убиваете, вы меня чешете. Только ж меня не убей, Серега. О, тут такой скрип. О, а я иду, иду. Иду пацанчиков мочить. Рию. Класс, я помню. Приседаю. Ты под музыку можешь битбоксить жопой своей. Эй, слышь, да. ты кого мочишь? Да. Так, Серега, давай возьмем маленьких. Да, сейчас. Подожди, а какой-то у нас пилпак, где маленький челепиздрик есть? Спрингтрап. Ой, точнее, плюштрап там. Во. Ты готов, Сережка? Ух ты. Не, я умер. Я знал. Я знал, что это случится когда-то. Давай вентиляцию пойдем. Не надо вентиляцию. Давай, я лезу. А где ты лезешь тут вентиляцию? Вот он мне. Ой, ой. Ого, они... Нифига себе. Они вентиляцию поставили. А я его сейчас покусаю в темноте. А ты урон вообще не наносишь мне. То тебе так кажется. Ну, у меня 100 хп. Ну так ты подойди сюда. Димас, я в вентиляции, ты где? Ой, да, красава. Жук. Не, я не жук, я аниматроник. Я скоро возьму любимое твое оружие. Нет, его нету. Это что, черное очко? Не, ну сейчас увидишь. Да, привет. Ну, Серега, ну да, их помочу тоже. Ай! Блин, не темно, понял. Темно. Это не то оружие, так, простите. Давайте без админского петуха. А, да, давайте тоже его не надо, он очень читерский. Ты на кого батон крышишь? Так, блин, темно, жесть. О, если я сделаю первого лица, я смогу ночной режим включить. Пошел отсюда, щенок. Ты чё сюда лезешь? Это моя будка? Так, Серега, ты где? Я вентиляции лазил. Я тоже. Давай встретимся там, где развилка, как раз на центральный вход. Я там тебя жду. Давай, бегу. Вот-вот, перед самой дверью. Слышь? Он там опять заглядывает. Я буду, кто будет там лазить? Эй! Димас, я вот он, сзади был. Вот-вот-вот. Эх, я меня... Я пойду мочить. Давай-давай. Давай, ты сможешь. О, ты троих там уже замочил. Отлично, я сзади тебя иду. Ты подойди. Танк. Подойди. Открывайте. Я сейчас выломаю. У меня 300 жизней осталось. Я выломаю сейчас. О, ты открыть ее можешь, Серега. Давай, пролазь. Я выломал, я бегу, еще один челик где-то спрятался. Так, я тут буду ждать. Засаду им делать. Убил. Блин, не успел. Отлично, Серега, мы с тобой классно справляемся. Так, давай сделаем отход. Все, я отступил. Я возьму сейчас такого, это аниматроника, от которого они обкакают. Это кто такое? Ты его знаешь. Покажи, я за дитя стою, я смотрю. Ой-ой-ой, это реально очень читерский такой. А я возьму, знаешь кого? А сейчас покажу тебе. О! Давай. Я, короче, буду отвлекать. Они меня пригвоздили, Серега. А меня тоже. Вот какое оружие. Он сказал, это любимое оружие мое. Это да, да, оно. Нет, не то. Ах ты жопа. Твой любимый пулемет я еще не взял. Я не понимаю, у меня 10 тысяч жизни, а я бесполезный. Какой смысл от меня, если я не могу дамажить?
Серега, давай, я буду приманивать, и ты гаси. Ёлки. Ах ты туманист. Ой-ой-ой. Хотя не помогает, что твоя горелка. Ух ты, что творится. Да. Убил. Красава. Я в этой комнате, где камера, фейковые камеры с экрана. Я думаю, они офигели, короче, их надо наказывать. Так, мне надо камеру немножко отредактировать. Давайте. Подальше сделаем. И правее. Так, Серега, я тебя вижу. Димки хотел убить, а? Идем. Димас хитрозадый, он хотел меня в невидимке убить. Ножи, отлично, нападаем. О, давайте, берите сторон, маньяка. Окружаем. Давай, берите маньяка, я разрешаю. А я вас вижу, на этой карте, где так немножко полутемно, вас видно. А я иду, иду, пацанчиков мочить, хали... Ой, извини, Димас, это как называется? Обстоятельства. Все сходится, отлично. Я не хотел, я случайно. Так, сейчас я отлечу и сделаю еще одну нападение. Так, подождите, кто у нас тут еще есть такой топовый из аниматроников? Ну, Серега, ты их всех съешь сейчас. Во, с кем я буду. Тебе ничего не осталось. Стерлинг Бэйби. Они тут лазером все жгут, Димас. Откуда у них лазеры? Не знаю, из глаз. А, эта штуковина не лазит. Хорошо, давайте возьмем, кто лазит. Продвигаемся. Блин, тут темно очень. Это вентиляция? Так, камеру давайте сделаем вот такую вот. О, все, вам канал. Да уж. О, кто-то звук такой издает. Кто это? Я не знаю. Ого. Впервые слышал такой звук. Да, это, кстати, прикольно, что-то было такое новенькое. Так, сделаем от первого лица. И начну режим. Ох, ты напугал меня. Да хватит, алло. Я иду, я иду. А, я вышел вообще с другой стороны на нычку. О, я могу с вентиляции на вентиляцию перебегать быстро. Они даже, Серега, не успевают мне ничего сделать. Смотри. Ты что стоишь тут? Я псих. А где вентиляция? Можно за чужого класса будет так поиграть. Так. Че, пацаны, никак? Ух ты, Сережна! Обстоятельства. Я знаю, я специально так поддался тебе. Так, подожди, подожди. Берем еще раз маленького, они не могут по маленькому попадать. Димас, тут какая-то фигня на карте происходит. Какая? Слышишь? Что? Нет. Там, где спалишь, а там такие штуки, которые нажимаешь, там музыка, там немного. А что это за звуки? Это что-то будет, сейчас будет. Сейчас скример будет. Серега, готовься. Ой. Это жесть. Там, короче, ломается доска, потом открывается. Смотри, смотри. О. О. Что это? От третьего лица волосы сделаю. Какие-то. Это значит, что какие-то. Конец всем? Все, нам всем да. Конец, мы все проиграли. Серега, тут сейчас будет, наверное, черная стена. А, я помню, сейчас черная стена будет идти. Черное очко сейчас вылезет, Димас, нам конец. Нет, все. Мы умрем. Вот, вылазит она вылазит. Ой-ой-ой-ой. Пацаны, осторожно, осторожно. А, меня забрали. Скоро скример будет. Ой, и с этой стороны все, нам конец. Давайте. Нам всем конец, ребята. Я прыгаю в бездну. Нет, а я буду жить, я буду хвататься за жизнь. Я вижу, я вижу. Я помню эту часть карты. Я прилетел. Так, бежим до этого челика. О, пацаны, мы тут. Во. Где мы? Офигенно же. Ой-ой-ой, скример. Это было жестко, я знаю, там скример такой прикольный вылазит. Испугались? Обосрались. Так, ну что, прыгаем вниз? Прыгаем. И все, и мы в бездне. Это все, концовка.
Итак, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, без взрывов никак, да вообще? Да, никак не могу. Мне нравится, погнали.